Мастер парковки. Это дыркодел? Да. То есть будет болтик теперь? Да, теперь вот эта штучка. Можно его либо снаружи такой плоский ставить, либо изнутри. И закрутить болтом. Прикольно. Видимо, даже маловато дырку сделал. Клипсы ненадежнее, да, наверное? Ну, клипсы минус в том, что если у тебя оторвется опять ремень, тебе опять ее придется как бы... удалять. А это можно открутить и все. Класс. И заменить ремешок. Еще есть всякие нюансы, видишь, такие. Когда вставляется. Ну, рожу лучше не снимать. Честно, тебе скажу. Видишь, в чем фокус? Здесь хвостик есть. И ты когда пленку вставляешь сюда, вот этот хвостик, он уже засвечен получается. Здесь прорезь маленькая, поэтому через эту прорезь она не засвечивается. Поэтому что ты делаешь? Берешь вот этот кончик, вставляешь сюда. У меня сломалось немножко. А, кстати, ее подрезать придется, наверное. Точно. Придется подрезать пленку. Особый геморрой, короче. С ним приходится мудохаться немножко. Потому что в нем все через жопу. Мы сейчас берем вот эту вот, отрезаем часть. Допустим, вот так. Немножко кривенько, но пока. Берем пленочку. Так вот. И тянем сюда. Раз. Прямо настолько. Первого кадра нет. До свидания. Скажите ему. Представляем. Удивительно, кстати, что чехол-то фотоаппарата, между прочим, тоже вручную сшивался. Опа. Чик. Вот этот, который ты делаешь сейчас? Да, потому что здесь дырки на разные длины пробиты. Ах ты, блин. Вот она. И надо одеть вот эту штучку вот сюда. Надеть. Вот так. Раз. Видишь, на зубчики. Но она не хочет этого делать. Но есть шанс, что наденется потом. Вот так примерно. Короче, как говорилось в мультике, и так сойдет. Суть в том, что он прижимает его и надевает. Так вот. Вроде наделся. Оно внутри. Остается только снаружи фотоаппарат. Да. Надеюсь, щелей не будет, как в прошлый раз. Ух ты. Совсем забыл про это. Здесь же особая система фокусировки. Не такая, как на всяких там зенитах, например. Многофункциональный столик, который может быть применен как столик для чайной церемонии, например. Смотрите, просто. Вот. И как столик, который можно поставить на кровать и поставить на него ноут, он не будет греться. И еще как столик для ванны, что самое главное. Да. Вот. То есть у него размер подходящий. Подходящий, да. Вообще-то тут специальные есть ножки, которые встают аккурат в ручки на ванной. В ванне. И можно читать,
А что можно сказать о его водонепроницаемости? Пока еще он водопроницаем, но когда мы покроем его специальным раствором, он станет неуязвим для воды, и мы будем его тестировать. И микроорганизмов. И микроорганизмов зловредных, да, всяких. Thank you.